Хорошо. Ну, я о чем хотел сегодня поговорить? У меня тема заявлена, по-моему, как актерское мастерство и кино, да, и внутренняя экология. Как-то так это все звучит. И если мы говорим про экологию, то для меня экологично то, что истинно, то, что по-настоящему, то, что искренне, то, что идет из глубины, вот это экологично. Когда мы начинаем себя заставлять, начинаем себя урезать, ограничивать, запрещаем себе проявляться, то экология нарушается, и все нормально? Да, просто все отлично. Да, вы просто так смотрите, я думаю, на вот. Да, то есть когда мы начинаем проявлять какое-то насилие в отношении себя, то экология нарушается. И если мы будем говорить об актерском мастерстве, то можно сказать, что актерское мастерство – это не мастерство создания иллюзорных каких-то вещей виртуальных, а наоборот, актерское мастерство уже даже в самом названии заложена суть того, что происходит. Актерское – это от слова act, то есть действие, и мастерство – это человек, который достиг каких-то высот, то есть это мастерство действия. И в каком случае мы можем называть наше действие мастерским? Если у нас соблюдено 6 параметров, сейчас давайте о них поговорим. И заодно станет понятно, почему нас привлекают актеры, почему мы любим смотреть кино, почему вам нравятся сюжеты завораживающие, как это все происходит. Итак, у нас есть 6 уровней проявления, и первый уровень проявления – это наши желания. В угоду каким-то чужим установкам мы можем начать запрещать себе наши желания, потому что они, например, стыдные или некрасивые, или эти желания не делают нас какими-то более интересными, там, привлекательными. Но это мы, и поэтому первое, с чего начинается актерское мастерство, это с принятия своих истинных желаний, с проявления своих истинных желаний, какими бы они ни были. Вот я хочу сейчас, друзья, вам предложить со мной вместе сделать маленькое упражнение на увеличение экологичности своих желаний, если вы согласны. Сделайте упражнение со мной. Михаил, вместе. Конечно, сделаем. Давай. Отлично. Нам что, нужно включить камеры и включить микрофон? Да, все, у вас все включено уже. Да. Значит, упражнение такое. Мы начинаем двигать бедрами и рычать. И представляем, что мы такие дикие животные, которые вот чего-то хотят инстинктивно, и полностью вот отключаемся от человеческого образа, перестаем быть приличными, перестаем быть удобными, перестаем быть такими, знаете, хорошими мальчиками и девочками, и становимся дикими. Вот давайте просто порычим, подвигаем бедрами. Раз, два, три. Отлично. И теперь мы произносим слово «хочу». Хочу. 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 Ух, я хочу. Мы как бы будем свою страсть. И сейчас мы, например, можем обратиться друг к другу и сказать, например, что мы друг в друге хотим. Вот я, например, сейчас переключаюсь на Игоря, да? Игорь, я хочу твою, вот такое твое уверенное постоянство. Но я это сейчас говорю не приличный человек, не как приличный человек, а говорю это как актер. Ну, я хочу! Хочу твое постоянство уверенное, Игорь! Хочу! Вот так вот, да? Пойдем. Давайте мы посмотрим, кто у нас еще есть в этой трансляции. Я хочу прям к каждому обратиться. Где он-то? Владимир. Владимир. Сейчас на Владимира переключусь.
Как на Владимира переключиться? Ой. А Владимира попроси, он начнет говорить, ты увидишь. Да. Я включил режим многозадачности, чтобы нас всех было видно нормально. Ты лучше наоборот говори, мы все видим. Да мне бы на твое лицо посмотреть побольше. Ну хорошо, в общем, я хочу Владимира, его такую детскую радостность. Вот мне очень нравится у Владимира, что-то такое в нем есть радостно-детское. Вот я хочу детскую радостность. Я хочу быть тоже таким детско-радостным, как ты, Владимир. Я хочу, повтори мне свою детскую радостность. Я хочу это. Так, отлично. И вот совсем в темноте кто-то сидит, к сожалению, я вообще не вижу. Это лев. Это лев. А можно льва попросить выйти из сумрака? Лев, я хочу, чтобы ты вышел из сумрака. Выйди, я хочу. Выйди, я хочу. Хочу, чтобы ты вышел. Видите, на самом деле мы смеемся, почему? Да. Мы смеемся, почему, ребят? Потому что наша вот эта животная часть, вот эта дикая, да, которая позволяет себе вот так вот желать на все 100, она томится, она хочет также выплеснуться, она хочет говорить: я хочу, люди, я хочу, чтобы вы усвоили мои знания, я хочу, чтобы вы стали живыми, дикими, я хочу, да? И в этот момент я уже не какой-то там просто человек обычный, да, а я таким становлюсь шаманом, сталкером, целителем. В этот момент я как будто свою вот эту оболочку такую приличную, да, приличную оболочку, я разрушаю ее, да, я превращаюсь во что-то иное. И это как раз и есть то, ради чего мы любим искусство, то, для чего мы стремимся. Вот мы хотим вот погрузиться вот во что-то новое такое, от чего мы будем как-то по-другому себя чувствовать. Но я предлагаю сейчас Игорю и Владимиру такое же упражнение сделать и сказать, например, что вы хотите... какое-то мое качество, например, и такими же вот разрешить себе побыть такими же страстными, яркими, дикими, вот. Угу. Давай я тогда. Давайте, ага. Михаил, я хочу быть таким же артистичным и органичным. Да, я хочу научить тебя этому, да! Учи меня! Я хочу, чтобы вместе с тобой играли! На огромных сценах и залы потрясали наше мужество. Я хочу вместе с тобой играть. Отлично, супер. Давайте Владимира попросим. Михаил, да? Я тебе должен, да, обратиться, да? Смотрите, вот еще очень важный такой момент про актерское мастерство. Мы сразу убираем слово «должен», потому что «должен» — это... То есть, когда мы говорим «должен», наша природа выключается. Живая наша природа, она выключается. Когда мы говорим «должен», «нужно», «требуется», природа выключается. Наша природа включается только когда мы говорим «я хочу», «я могу», «я люблю», «я разрешаю», «я вижу» и «я ощущаю». Вот это 6 слов для актерской природы. То есть, когда вы принимаете решение, когда вы понимаете, что очень важно развивать свою природу живую, вы сознательно отказываетесь от слов «должен», «нужно», «требуется». Потому что это контекст, это не жизненный контекст. Это не живое. Да? Живое начинается с «хочу». Да? Поэтому ты не должен, но ты хочешь проявиться и проявляешься. Ты хочешь проявить вот свою дикость, свою страстность? Есть такое желание? Ты в себе его обнаруживаешь? Да, я его. Потому что, смотрите, я его чувствую. Ведь... Я да! его чувствую. Михаил, я хочу, чтобы у меня росли волосы, как у тебя. Покажи, какой я страстный. Да! Такими же кудряшками, такими же. Вот прямо в тебе такая идея. Я не могу. Не получается. Смотри, как здорово. Смотри, Владимир, очень здорово. Ты как раз перешел ко второй теме нашей. Это тема «могу». Да, ты говоришь, я хочу, но... Да? И мы себя так блокируем. Следующий центр — это центр «могу». «Могу». Это центр, в котором мы ощущаем наше могущество, наше величие. Да?
И если мы позволяем этому центру проявляться, то это выглядит так. Я могу, могу! Я могу сделать вас великими актерами! Игорь и Владимир, я могу! Сделать так, что вы будете блистать! Я могу усилить вашу яркость! Я могу привлечь миллионы зрителей к вам, к вашим ярким проявлениям. Я могу сам так проявиться, что нахрен разорвет всех. Все телефоны разорвутся хренам собачьим. Вот что я могу. Я всемогущий. И люди, которые сейчас на меня смотрят, я могу, могу вас раскрыть, да? Вот я сейчас с вами поговорил из центра могущества, да? Давайте Игоря попрошу тоже из центра могущества с нами поговорить. То есть центр могущества — это мы позволяем своей силе проявиться, да? Что я могу сделать? Ты можешь обратиться к людям, сказать, что ты с ними можешь сделать. Можешь обратиться ко мне лично, к Владимиру, сказать, что ты можешь с нами, да? То есть могущество — это проявление моей воли. Я могу направить свою волю и сотворить трансформацию, сотворить изменения. Я могу создать огромное сообщество людей. Я могу их объединить. Я могу внедриться в ваше сознание. Да, внедрись в наше сознание. Да. Глубже внедрись. Сделай нас экологичными. Супер. Да, я могу это сделать. Я да, сделай это. Мы ждем, мы ждем. Супер, отлично. Владимир куда-то ушел. Если мы возьмем вот бессознательные реакции тела, то мы можем сказать, что центр могущества Владимира, то есть у Владимира очень много силы, и Владимир как бы испугался собственного могущества, и тело убежало, да, то есть тело поднялось со стула и такое, ой-ой-ой, очень страшно. Могущество действительно страшная штука, потому что мы действительно можем все, и когда мы начинаем работать вот с этими центрами, с их открытиями, мы начинаем замечать какие-то невероятные вещи в себе, и, конечно, могущество — это очень интересная тема, потому что мы даже сами не представляем, насколько мы могущественны, как мы можем проявиться, как ярко мы можем проявиться, какой эффект мы можем произвести. Окей, давайте пойдем дальше. И следующий центр проявления — это у нас центр любви, он находится вот здесь. Я люблю, я люблю. И когда я этот центр проявляю, я озвучу вот так. Я люблю, люблю, я люблю этот проект. Я люблю этот проект всемирный, этот экологический проект. Я люблю. Я люблю писать для него песни. Я люблю говорить в этом проекте. Я люблю проявляться в этом проекте. Я люблю Игоря, люблю Владимира. Люблю льва, которого я не вижу вообще. Я люблю вот эту темноту, которая окружает. Я люблю все. Я люблю вот эти четыре иконки, которые на моем телефоне сейчас. Я все это очень люблю. Я полностью, тотально принимаю. Всем своим сердцем я принимаю все, что происходит между нами, друзья. Вот это был центр «Люблю». И в этом центре мы ощущаем, как все становится нашим пространством. Как нет ничего, ничего, чему бы мы сопротивлялись, да? Как мы все интегрируется. И давайте я сейчас предложу Владимиру, поскольку он отходил. Владимир, я, кстати, сказал, прости, я немножко сплетничал, занимался сплетнями, провокацией. Я сказал, что если на тренингах у меня люди вот так вот на каком-то упражнении встают и уходят по какому-то очень важному делу, то я всегда, я рассказываю такую историю, значит, было жарко, и я решил сходить за пивом. Пока ходил за пивом, нашим забили гол, и я понял, что вратарь не должен ходить за пивом. Вратарь не должен ходить за пивом. Мы, каждый из нас является вратарем в своей жизни, и сейчас мы делали упражнение, и бессознательно, когда мы дошли до могущества, твое тело вскочило и куда-то побежало. Может быть, с точки зрения рационализации ты умом можешь объяснить, сказать, ну, там очень важно. Я вспомнил, что я забыл, я утюг прямо оставил на порохе, на бочке с порохом китайским, побежал выключить. Но вот с точки зрения, значит, расшифровывания бессознательных процессов,
твое могущество настолько сильно, что ты даже испугался. Ты подумал, господи, сейчас я просто тут разорву все, дай-ка я сбегу. И могущество ты вот... Да мало того, я тебе скажу, я разорву эту вселенную просто. У меня соседи вызвали скорую помощь, они решили, что со мной что-то произошло, мне пришлось их отгонять обратно, понимаешь? Отгонять соседей. Я могу вас сделать своими друзьями, соседи. Я могу трансформировать ваше сознание. Я разбудил весь дом. Понимаешь, у меня сейчас никто не спит. Все слушают. Видишь, вот яркое проявление началось. Пошла трансформация. Хорошо, ну давайте с центром «люблю» поработаем. Итак, мы говорим «я люблю» и говорим, что мы любим. Что мы любим в том, что происходит. Кто хочет? Нина хочет сказать. Ага. Ниночка, да, я бы увидеть бы Нину. А где бы мне тебе показаться? Я вроде бы есть. Нет, вы ничего не переключайте. Это у Михаила. Михаил, вот так еще раз, если у тебя мобильная. Нет, да, вот так вот смахни, и у тебя следующий участник. Прекрасно. Тут еще ребятки. Ой, ребята, родные мои, ну простите. А я тут болтаю, а тут вы... Не надо было. Нина вообще женщина. Нина, я хочу твою вот эту мягкость, твою женственность. Я хочу, Нина. Я хочу твое вот это обаяние. Алексей, я хочу твое вот это позитивное спокойствие. Ильхан, я хочу твою мудрость, твою вот эту горделивую, вот эту осанку восточного человека. Я хочу, ребята. И я люблю, Алексей, я люблю твой позитив. Ильхан, я люблю твое вот это простор гор, который я вижу в твоих глазах. Нина, я люблю твою вот эту мягкость, вот эту нежность твою люблю. Я люблю твою вот эту женственность и твою какую-то вот такую тонкость, которую я ощущаю. Вот я сразу, видите, два упражнения сделал. Я сказал, и хочу. А, могу. Что я могу? Алексей, Ильхан, Нина, я могу сделать из вас великих актеров. Я могу сделать из вас людей, которые бурно проявляются. Так что соседи приходят и говорят... Мы хотим на ваш спектакль попасть. Где купить билеты? Я могу сделать из вас людей, на которых будут покупать билеты, просто чтобы посмотреть. Даже знания ваши не важны. Просто посмотреть, как вы проявляетесь. Вот что я могу сделать с вами. Ой, какая прелесть. Ну, давайте проявитесь каким-нибудь центром. Либо хочу, либо могу, либо люблю. Кто хочет, давайте сделаем. Так, а где? У меня звук-то включен, да? Да, звук включен, все вас слышно. Да. Я люблю вас всех. Вы настолько каждый уникальный и неповторимый. Такое счастье, что мы все нашлись. И ты, Михаил, с твоим суперчувственным мастерством. И ты, Владимир, с твоей великой созидательной силой. И вы, Ильхан, с вашим величием восточным и мудростью. И ты, Игорь, с твоей всеобъемлющей, объединяющей силой. И ты, Алексей, который... готов творить эти миры своим позитивом. И все, что есть в этом мире, это все послано нам для великой радости творить. Благодарю жизнь, люблю эту жизнь, люблю вас всех и люблю то, в чем мы участвуем, в великом-великом переходе в мир любви, всей любви. Все, пока. Благодарю, Нина, очень здорово. Я люблю твои слова, наполненные нежностью и поддержкой. Я могу эти слова расширить на весь мир и сделать так, что весь мир их услышит. Я хочу рядом с тобой быть, когда мы перейдем в мир любви. Я хочу в мир любви скорее. Давай. Хорошо, кто еще хочет? Ильхан, Алексей. Вы можете сразу тремя центрами проявиться, друзья. То есть сказать о том, что вы любите, сказать о том, что вы можете, и сказать о том, чего вы хотите. Кто хочет проявиться? Друзья мои, ну что, Михаил, привет, дружи. Ну я, конечно же, хочу всех вас воздвинуть в пьедестал, чтобы вас уважали, ценили, любили, обожали, обнимали, облизывали, друзья мои. Теперь я люблю вас, мои хорошие. Люблю так искренне и честно, так нежно. Ниночка, ты сама центр мироздания, представительство Вселенной на Земле. Удивительная, тонкая, изысканная. Ты свет этого мира, ты волшебство, ты божество. Ты одариваешь каждого нежностью, добротой и любовью.
Я горжусь нашей дружбой, любовью и красотой. Михаил, это дерзость, это открытость. Я люблю твой нрав могущественный и дерзкий, да, такой открытый, свирепый, непосредственный. Игорек, ты мужество и честь, достоинство и слава, отвага и удача. Так, кто у нас? Ильхам, достоинство, величие, мощь и мудрость. Это искренность, это спокойствие, это вера. Свои силы и свою уверенность. Владимир, братское сердце, люблю тебя, братуха, от того, что ты мощь, сила, открытость, владеющий миром, и я хочу быть похожа на тебя в настойчивости, в уверенности, в предводительстве, в объединении. Так, что там, Миш, еще с какого? Супер, еще могу, расскажи, что ты можешь с нами сделать, расскажи, как ты можешь свою волю проявить. Друзья. В нашу жизнь, да? Чтобы в нашей жизни что-то новое раскрылось благодаря твоему могуществу. Друзья, могу каждого сделать настолько уверенным в себе, что вам будут слушать и трепетать звезды. От вашего величия будут расходиться вокруг лучи благодати. Я могу сделать из вас, из каждого уверенного, открытого, искреннего, любящего человека, созидающего и творящего. Вы творцы, и я уже это сделал. Ура! Супер, благодарю. Расскажите, друзья, вот как меняется атмосфера, как вы ощущаете, вот мы с вами начали проявляться, да, и пошла какая-то новая энергия, как будто, да, пошла какая-то струя. Вот кто хочет поделиться, вот как вы ощущаете вот эту новую атмосферу, которую мы создаем своими проявлениями? Могу я поделиться? У меня все бьет внутри. Огонь горит такой, что я могу зажечь вселенную. Я хочу твой огонь. Я хочу его раздувать, когда ты будешь зажигать, а я буду поддувать еще. Да, я так, хочу, давайте, знаете, друзья, у нас 5 минут, быстренько, кругом огня пройдемся по Вселенной. Я хочу, что в этот момент как бы происходит объединение, да, это вот как было, помните, с Михаёгу мы делали, когда люди собираются неожиданно, и огромный зал, да, наш собирается, и мы начинаем смеяться, и вот это выплескивать, и это потом в искренность перерастает. Хорошее настроение, раздвигаются рамки, становишься большим и как бы проникаешь во все пространство, и происходит объединение. Вот такие мои сознания. Эльхан, тебе слово. А что, мое выступление закончилось, да? У меня полчаса было. Полчаса пролетело незаметно. Незаметно, да. Ну, здорово. Ну, я получил огромное удовольствие. Нет, еще есть пять минут, но мы попросим сейчас наших мудрых академиков из эволюции разума дать нам закончить мастер-класс. Я думаю, они... Я сказал важные вещи. Мы с вами еще не сделали 3 центра очень важных. Это центр проявления, где мы позволяем себе проявлять эмоции. Давай сделаем. Ну, я давайте просто покажу, то есть проявление, это когда я разрешаю себе смеяться над чем-то, да? Ха-ха-ха, вот это проект у нас, ха-ха-ха, сидим тут в зуме, ха-ха-ха, сидим, понимаешь, мы с миром, и друг с другом, понимаешь, мозг рвем, ха-ха-ха, а люди на это смотрят, и постоянно количество людей растет, которые на это смотрят. Да, то есть это когда я разрешаю себе смеяться. Смотрите, когда мы смеемся над чем-то. То есть смех, он нас как будто поднимает. Смех разрушает излишнюю вот эту табуированность, какой-то налет лишней серьезности. Да, то есть смех, он как будто прочищает немножко. И есть слезы, да? Как, ребята, мы с вами сидим тут восьмером, а там миллионы. Миллионы, которые не знают об этой информации, ну как нам поделиться? Я так хочу, чтобы они знали эти методики. Пожалуйста, помогите мне, чтобы все люди узнали. Ха-ха-ха,
я не узнаю, ты просто офигей! И когда мы позволяем себе переключаться между смехом и слезами, вот это как бы такой абсолютно прочищенный уровень проявления. Это центр, который мы с вами вот, могли бы разобрать. Потом следующий – это уровень «вижу», когда я вижу, что происходит благодаря тому, что я разрешаю себе хотеть, разрешаю себе мочь, разрешаю себя любить, разрешаю себе проявиться. И я вижу, как мы создали глобальный проект, и в этом проекте участвует 7 миллиардов людей, и во все образовательные программы, школьные и университетские включена обязательно предмет экология, внутренняя экология, внешняя экология. Я вижу, как этот проект стал вообще центральным для планеты Земля, самым важным. И я вижу, как люди начинают открываться и делятся друг с другом своими желаниями, могуществом, любовью, как они начинают открываться друг для друга, становятся друг для друга подарком. Я все это вижу. Вот это мой центр видения. И следующий центр – это центр связи, когда я ощущаю поддержку. Я действительно ощущаю огромную поддержку от вас. Я ощущаю, как Игорь, Владимир, Лев, Эльхан, Алексей, Нина, Юлечка. Я чувствую ваше присутствие, и ваше присутствие является для меня огромной поддержкой. Оно меня вдохновляет, оно помогает мне больше хотеть, больше мочь, больше любить, больше проявляться и видеть ярче. Я очень благодарен вам за ваше присутствие и за вашу поддержку. И в вашем присутствии, в вашей поддержке я ощущаю связь вот с этим глобальным намерением возлюбить планету. Возлюбить планету вместе, слиться в этом акте, в этом потрясающем акте любви. Вот это было, сейчас я говорил, из ощущения связи. Вот это 6 вещей, которые нам очень важно проявлять для того, чтобы жить полноценной жизнью и действительно подарить таланты, которые в нас есть, миру.